Здравствуйте, дорогие подписчики, а также гости нашего канала. Сегодня вашему вниманию представляем пневматический газобаллонный пистолет немецкой фирмы Umarex P08 Parabellum. Пистолет поставляется в картонной коробке, в которой находится инструкция на 7 языках и сам пистолет. Накладки на рукояти выполнены из пластика. Корпус всего пистолета выполнен из металла. Открытые прицельные приспособления не регулируются. Пистолет работает только самовзводом. Предохранитель на данной модели разобщает ударно-спусковой механизм. Затвор неподвижен. На рукояти, как и на боевом варианте, имеется планка для установки приклада. Для снаряжения пистолета необходимо нажать на кнопку извлечения магазина и извлечь его. После чего отодвигаем подаватель в крайнее заднее положение и фиксируем его. Далее засыпаем шарики калибра 4,5 мм. Емкость магазина составляет 21 шарик. Для того, чтобы установить баллон, необходимо отщелкнуть накладку рукояти и ослабить поджимной винт. Далее 12-граммовый баллон устанавливаем в корпус рукояти и прокалываем его с помощью поджимного винта. Пистолет готов к стрельбе. Протестируем пистолет через хронограф. Umarex P08 Parabellum является газобаллонной репликой знаменитого пистолета Люгер Parabellum, разработанного в 1898 году австрийцем Георгом Люгером. Главным достоинством пистолета являлась точность, которая была достигнута за счет геометрии рукояти. Как видим, пневматическая модель выдает около 125 метров в секунду. Так как данный пистолет сертифицирован до 3 джоулей, следовательно, купить вы его можете в розничных магазинах сети Airgun, а также в нашем интернет-магазине по ссылке в описании. По промокоду, который вы видите на экранах, вы можете получить скидку при оформлении заказа. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в наших следующих обзорах.